Я делаю через приложение Snapseed. Выбираю фон, который мне нужен. Мне нужно его обрезать кадрированием. Выбираем квадрат. Теперь я выбираю инструменты. Двойная экспозиция. Добавляю фотографию. У меня здесь нарезаны какие-то кусочки есть. Вот это мне нужно. Подгоняем ее размеры нужного. Делаем немножко меньше, нежели сам квадрат. Вот так вот. Я здесь вот этим значком, который посерединке. Добавляю вычитание. Мне больше так нравится. Окей. В правом верхнем углу первый значок. Я выбираю просмотреть изменения. Двойная экспозиция и вот эту кисточку. Теперь я ввожу аккуратно именно тот элемент, который мне нужен. Мне нужен этот пакет. Здесь у меня внизу двойная экспозиция должна стоять 100%. Нажимаю ОК, теперь возвращаюсь назад. И здесь уже можно редактировать яркость, резкость, все что хотите. Но я уже здесь ничего не редактирую. Нажимаю экспорт, сохранить. И вот у меня готов значок для сторис в Instagram. Например, вот такой вот у меня уже тоже есть значок. Главное подготовить нужные картинки, которые вам нужны, и буквально за 2 минуты вы сделаете, а то и меньше, обложку для сторис в Instagram. Пробуйте, все у вас получится. Спасибо за внимание. Всем пока, до следующих видео.